Добрий вечір, шановна громада. Добрий вечір усі, хто з нами по сю і по ту сторону екрану. Наші гості, шановні експерти, усі, хто, як завжди, по четвергах о 19.30 зібрався у студії телеканалу «Миколаїв», щоб взяти участь у програмі «Контраргумент», у якій ми традиційно обговорюємо найактуальніші питання нашого життя. І сьогодні ми говоритимо про стан кримінальний, не кримінальний, ми це з'ясуємо. Втім, про стан речей, який останнім часом склався у нашому суспільстві, коли з одного боку є великі сподівання, хоча можливо вже і немає сподівань, на те, що Революція Гідності змінить ставлення до злочинів, до корупції, до тих, хто їх вчинює, і почне нова влада почне ефективно реагувати на те, що виявляється протягом цих двох років, а, на жаль, ми більше отримуємо сигналів про те, що такі злочини лишаються безкарними, хоча, знову ж таки, можливо, я помиляюся, і наші гості мене поправлять. А з іншого боку, все більше ми бачимо випадки, коли люди самі собі присвоюють право творити суд та розправу, і таки це роблять. Це виходить по-різному, і ми про це будемо говорити. Втім, розпочати нашу програму я хотів би з сюжету Тетяни Мілякіної про енергетичну блокаду Криму. Адже все почалося як самоуправство, а принаймні продовжується тим, що уряд приймає рішення про про припинення перетинання вантажівок, принаймні про тимчасове обмеження перетинання машин з вантажами через границю, через кордон України та Криму. Приймається низка інших рішень, порушуються навіть кримінальні справи. Отже, виходить, що волонтери, що громадськість змусила уряд діяти. Про все це ми також будемо сьогодні говорити, а для початку я пропоную подивитися сюжет Тетяни Мілякіної. Пошкодження опори, сутички з правоохоронцями. Так розпочалася енергетична блокада Криму. Слава Україні! Ще у вересні кримсько-татарські активісти попереджали, що після продуктової блокади черга дійде до енергетичної. Протягом 20-22 листопада були пошкоджені 4 лінії електропередач – 220 і 300 кВт, що забезпечували Херсонську, Миколаївську області, Крим електроенергією. На лініях ідентифіковані вибухові засоби. Протягом перших 15 хвилин після цих пошкоджень були певні загрози. Довелося ребалансувати систему, оскільки це було несподівано. На даний момент ані технологічної, ані іншої загрози немає. Говорити про тотальне відключення і миколаївських споживачів від мережі не доводиться. В основному пострадала від даного Каховський енергетичний узел, на який в основному зав'язано у нас 50% потребителей Херсонської області. Вот. Но влияние на потребителей Николаевской области он имеет постольку поскольку. Его, скажем, полный его вывод из строя значительно ограничен надежность электроснабжения потребителя Николаевской области. А ось Крим повністю опинився у темряві. Більше півмільйона чоловік, 500 соціальних об'єктів. На півострові поки що діють мобільні електростанції та дизель-генератори. Патріоти довзривали, видимо, там всі опори. Так, ну что, сейчас, через несколько часов, станет дома холодно. Чем нам кормить ребенка, я не знаю. То есть будем, наверное, готовить на костре. Еще света нет нигде. Но говорили же, что Крым у нас вроде бы готов к тому, что у нас есть станции, которые могут обеспечить весь Крым светом. Почему их нет? Что, исчезли? Думаю, все наладится, все будет хорошо. Ну кто? Украина, конечно. Какая Украина? А кто? Меджліс. Меджліс, да, в первую очередь. Меджліс в первую очередь. Учасники блокади, представники Меджлісу кримсько-татарського народу, добровольчих батальйонів налаштовані рішуче у відстоюванні своїх вимог. В цьому переконалася миколаївська активістка Тетяна Поліщук. У вівторок вона побувала на місці події на Херсонщині, де протестувальники посеред поля встановили намет. Хлопці там налаштовані оптимістично, по-бойовому, і сказали, що ми
не здамо Крим, або ми, ну, тобто ми будемо стояти до кінця. Ми їх підтримали, сказали, що хлопці, ми з вами. Відбувається ремонт опор. І буде підключена ЛЕП на 220 вольт, яка йде через, на Херсонську і Миколаївську область, якусь частину. І, але вона заходить на Армянськ. Що всіх якби трохи бентежить, тому що я так зрозуміла, що будуть такі заяви, що через 2-3 дні буде підключено. Але повинні знати, що підключено буде тільки 220 вольт, і так лінія так побудована, що вона заходить через Армянськ. Тобто ніякі промислові підприємства, нічого, ну і не більше. Суспільство у власних оцінках розділилося. Це теракт. В Криму також живуть люди, і ця чудова ідея – приголомшливий спосіб турботи про них. Іншим здається, що підрив лінії і продовольча блокада є державною політикою, завуальованою під громадянський протест через неможливість влади діяти напряму. На думку ж громадського активіста Тетяни Поліщук, якщо очевидні речі не робить уряд і влада, це зроблять громадяни. То що далі? Що далі робити? Здати Крим? Думки розділилися в тому плані, що там місцеве населення, воно страждає і так далі. Вибачте, а наші люди гинуть зараз на Донбасі. Це не має значення. Ми спілкуємося з татарами, які живуть зараз там, на території Криму. І вони говорять, дякуємо вам, українці, дякуємо, на кінець-то, ми давно просили, будь ласка, зробіть щось та перекрийте вже їм цю воду, газ, ми не газ, а електроенергію. Ми згодні терпіти. Ми терпіли це багато років, коли тільки повернулися до Криму, коли нам дозволили сюди з'явитися на рідну землю. Вони сиділи так само в наметах, вирили собі землянки і жили без світла, і терпіли, бо вони стояли за свою рідну землю. Майже 2 роки українська влада говорить, Крим – це Україна, але тільки після продовольчої блокади починаються активні дії щодо перегляду стосунків з окупованою територією. Зокрема, щодо тимчасового припинення вантажного транспортного сполучення та товарообігу з Кримом. Давно відомо, що закон про вільну економічну зону, прийнятий у минулому році, не відповідає реаліям, його треба відмінити. 23 листопада на позачерговому засіданні уряду прем'єр-міністр висловлює сподівання, що Генеральна прокуратура завершить розслідування і притягне до відповідальності осіб, винних у підписанні сумнозвісного контракту на постачання електроенергії до Криму. За результатами цього службового розслідування було з'ясовано, що контракт, який підписувався, містив норму про постачання електричної енергії не в Автономну Республіку Крим, Україна, а в какой-то непонятный Кримський федеральний округ. Я пропоную тимчасово заборонити переміщення вантажних потоків на адміністративному кордоні між Україною і Автономною Республікою Крим. Окремо, відповідно до закону, Кабінету міністрів на чолі з Міністерством економіки України підготувати проект розпорядження уряду про конкретний перелік товарів, робіт і послуг, які можуть постачатися до Автономної Республіки Крим. Досі немає остаточного рішення РНБО про формат відносин і про ті заходи, які українська влада повинна робити по деокупації Криму. Тож ми торгуємо чи воюємо? В умовах, коли представники української влади не змогли публічно сформулювати власні позиції, а силова акція щодо пікетів набула розголосу, громадськість вже дала відповідь на це запитання. Доброго вечора. Ради вітати в студії шоу «Контраргумент» наших шановних гостей. Олександр Савченко, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, начальник слідчого управління. Валерій Борисович Коба, заступник начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Анатолій Жмура, начальник управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області. Едуард Волошинович, начальник управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора. Тепер переходимо до наших експертів. Перший майданчик – Петро Цицилін, громадське об'єднання «Дорожній контроль Миколаїв». Вадим Цугань, громадський активіст і волонтер. Ірина Тангарова та Сергій Савченко, активісти громадського об'єднання «Матвіївський ліс СОС». Ігор Пох, журналіст та публіцист. Олександр Ухмановський, миколаївський політтехнолог. Переходимо до другого майданчика.
Валерій Капралов, приватний підприємець, член ТВК на 132-му виборчому окрузі, місто Первомайськ. Андрій Лохматов, журналіст інтернет-видання «Преступності нет». І також наш гість Максим Красюк, адвокат, голова громадського об'єднання «Об'єднання правосвідомих громадян». Дякуємо за участь у нашій програмі. Отже, бажаю плідної бесіди. Отже, шановні глядачі, як бачите, у нас сьогодні дуже поважні гості, дуже компетентні експерти. І я, панове, хочу вам подякувати за те, що ви знайшли час, прийшли до нас сюди, адже ви розумієте, що питання, напевно, будуть зовсім неприємними. І тим більше повага і шана вам за те, що ви у нашій студії. Дуже вам дякую. Шановні глядачі, ви можете приєднатися до нас, як зателефонувавши за півгодини, вже навіть менше, за 15 хвилин до нашої студії. Ви побачите зараз телефони прямого ефіру на наших екранах, і за півгодини вони з'являться, коли вже можна буде дзвонити. Також нас можна дивитися не тільки в по мережі телевізійних каналів, а також і в інтернеті. Ось, будь ласка, наша адреса. Також за нами можна слідкувати і на нашій сторінці в Фейсбуці. І, до речі, саме на цій сторінці або на моїй особистій можна задавати питання, які також ми тут озвучимо. І оскільки вже усі необхідні повідомлення зроблено, гості і експерти представлені, я хочу запропонувати вам ще один сюжет стосовно того, про що я казав. Що відбувається зараз на вулицях, що відбувається в Україні, чи є в Україні влада, чи є в Україні закон, і що насправді спричиняє ось такі розгул махновщини, які ми зараз бачимо. Чи це бездіяльність влади протягом цих двох років, чи це впевненість у своїй безкарності тих, хто все це здійснює. Давайте подивимося, поміркуємо разом. Будь ласка, сюжет. Вільна енциклопедія дає пояснення терміну «махновщина», по суті, створення анархічного суспільства. Що таке анархія, пояснювати не треба, ми ж люди не дикі, знаємо. Та то було майже 100 років тому, тоді справедливість вершили за законом військового часу і по розумінню того, хто вважав себе правим. Історія циклічна, і сьогодні при наявності закону де-юре ми бачимо його відсутність де-факто. От, наприклад, не сподобалось народному депутату Володимиру Парасюку слова представника СБУ Василя Писного, що він нібито зробив для Майдану більше самого Парасюка. Люто образився нардеп, так що пішов у наступ на опонента, пнув його по дупі. Правильно, щоб знав. Я припускаю, що подібні методи боротьби з корупціонерами найефективніші. Може, і Писний падлюка. Втім, чи не розцінюються подібні дії правоохоронними органами як хуліганство? Виходить, бджілки наші в Раді Верховній проти меду? Є в Раді і інші герої. Парасюк хоч чоловіка стукнув. Андрій Тетерук вирішив, що достойним противником для нього може бути тільки жінка – Олександра Кужель. Словарний запас – то для слабаків. От пляшкою по голові вдарити – це вже аргумент. Чи вистачило Тетеруку героїзму вибачитись особисто – ми не знаємо. В Фейсбуці написав, що перебіг подій буває непередбачуваним. Конфлікт виник випадково і він щиро розкаюється. Кужель від цього, мабуть, мала щомиті вилікуватись і почувати себе відмінно. Під яку статтю підпадає ця бійка – також питання до правоохоронних органів. Якщо в Києві так можна, то чим Миколаїв відрізняється? Свого часу інтернет просто вибухнув через інформацію, що екс-нардеп Олег Царьов отримав від громадського діяча Олександра Янсена попиці в нашому місті. Думки поділилися. Хтось вважав Янсена героєм, хтось навпаки, тому що це не інтелігентно. Всі погоджувались в одному – Царьов заслужив. І тривалий час про Миколаїв говорили не як про чудове місто з цікавою історією, а про місто, де Царьову набили носа. Ще один плюс до карми після Врадіївки та Оксани Макар. А от зовсім свіженьке. Миколаївські пацани Ігор Блажко та Владислав Єнтін не знайшли спільної мови в соцмережі. Ну так, в стилі «дурень» сам такий. Що з цього вийшло, знає кожен поважаючий себе миколаївець, який відслідковує місцеві новини. Ігор Блажко пообіцяв дати Владиславу Єнтіну копняка, Ігор Блажко свою обіцянку виконав. Журналісти все зафіксували і новину поширили. От тільки сенсація трапилась в річницю Революції Гідності. А що? Гідним чинком і відзначили. І не треба мене звинувачувати в симпатіях до певних героїв сюжету. Я за закон. І якщо отримав Єнтін, то де копняки для десятків інших депутатів, які щось пообіцяли і не виконали? А якщо подібні дії кваліфікуються як злочин, то де відкриті справи, а, шановна поліція?
Отже, бачимо таку генезу, так, від набитої морди, набитої пики Царьова до копняка Єнтіну. До речі, ще одне маленьке відео, щоб стало зрозуміло, що така, знаєте собі, слава народного улюбленця, такого собі Робін Гуда, вона не дає спокою, звичайно, декому. Втім, ці дехто, а саме пан Блажко, в якого самого є досить складна біографія, наскільки я пам'ятаю, з органів правопорядку він пішов як видатний фахівець по курвах. І дуже добре, справді, себе почуває, як я бачу, знаючи, що не отримає, просто не отримує здачі, як то кажуть. Справді, як на мене, це таке, знаєте собі, гопничество. Спочатку протягнути руку, потім, коли людина не бачить ніякої небезпеки, вдарити. Втім, в інших випадках, коли можна і самому попицю отримати, пан Блажко проводиться зовсім по-іншому. Ось невеличкий фрагментик, подивіться, будь ласка. Напротив нашего подразделения сауна, которая предоставляет сексуальные услуги. Они тут просто. Там не сауна, там бар был, который весь город знал. Посещал. Почему не работает? Почему не работает? Вот у тебя надо спросить, почему 12 человек, которые были, имели там работу, ее не имеют. Они за ним следили. Потому что вы парковку всю забили своими халуями, с которыми грабили весь город. ОРД вылали. ОРД спросил, он тут рассказал, что следили за тобой. Да плевать на это ОРД, допускает. Пускай чиновники устанавливают, было не было. Так давайте поднимем материалы, поднимем, и посмотрим, было. И посмотрим, рассмотрим, что, и все. Как это было, как эти материалы рассматривали. Вот здесь и будут рассматривать. 7 лет назад тебя здесь крыли. Крыли просто. Да. И установили, что ты лично занимался этой операцией. Вы в ответе так и написано от прокуратуры. Значит, что ты привлек Берку, 12 человек, был я, моя жена, 12 лет ребенку. Еще ты без Беркута зайти в открытые двери не мог. Як бачимо, вагові характеристики мішені все ж таки мають значення для наших місцевих робінгудів. Отже, панове, і наша чарівна учасниця, яка нам дотримує, допомагає дотримувати певного гендерного балансу. Всі, хто тут у студії, вони певним чином мають свій власний досвід встановлення справедливості. Для мене завжди є дуже показовим прикладом Матвіївський ліс, який тут зараз представлений двома особами, які, можливо, десь і ходять по грані, втім, роблять те, що не змогли протягом довгого часу зробити наші правоохоронні органи. Ну, здається, зараз почали вже співпрацю. Ми будемо говорити ще й про те, що відбувалося у Первомайську. Я дуже дякую пану Капралову, який приїхав у таку далечінь. Ми будемо взагалі говорити про те, що відбувається і чому відбувається. Я недаремно так зосередився на цій останній історії з цим копняком, адже у нормальному суспільстві саме те, як це взагалі відбувалося, не могло викликати нічого, окрім огиди. Втім, ми чуємо оплески, ми бачимо схвальні вигуки, ото усім йому так треба. Хоча я не можу згадати жодної історії, або корупційної, або просто якоїсь негідної, де був би учасником Владислав Єнтін. Втім, я розумію, що його було обрано для того, щоб просто безкарно, безпечно продемонструвати своє ставлення до влади. І суспільство це сприймає і каже, добре, з ними усіма так потрібно. Я не пам'ятаю ніяких спроб щось таке зробити, скажімо, принаймні з боку окремих персонажів, зробити щось таке з тими, хто ходить з охороною, напад на кого може вартувати, принаймні, побитої пики. А так, можна. Але сам настрій суспільства, мені здається, він підготовлений тим, що не відбувається протягом 2 років. Тим, що, як я казав на початку, усі ці сподівання, що революція гідності щось змінила у ставленні до закону, у ставленні до порушень закону, вони не справдилися. Отже, за традицією, по хвилині нашим гостям, будь ласка, щоб ви могли окреслити вашу позицію на початку програми, і ми перейдемо до дискусії. Будь ласка. Ось до того, що відбувається. Як ви думаєте, чому
це відбувається? Де причина? Що є причиною, що наслідком? І де, зрештою, вихід? Адже мені здається, що таким шляхом ми дуже швидко прямуємо саме до анархії та до самосуду. Будь ласка. Ну, я особисто негативно оцінюю значення дій, як і сюжети, які мали місце на території нашої області, а й за її межами, а також і дії, які мали на території нашого міста. Той характер дій, які вчиняються і приводили в сюжеті, вони відрізняються від ступеню суспільної небезпеки, оскільки в певних випадках, там я наскільки я розумію, там, де мало місце події в Верховній Раді на засіданні комітету, то там мало місце подання відповідної заяви, і правоохоронні органи розпочинали кримінальні провадження за фактом завдання цих тілесних ушкоджень. Щодо подій, які відбулися на території міста, і зараз ви демонстрували в сюжеті, то мені невідомо, окремо на сьогоднішній момент, чи зверталась відповідна особа з заявою. Ну, напевно, що ні, і не звертатиметься. Тому що і реагувати на ці події, які мали у нас в місті в даному конкретному випадку, ну, розумієте, правоохоронні органи... Пане Олександре, зрозумійте мене, будь ласка, правильно. Я кажу не про те, що ви маєте відреагувати на цю подію, персонажами якої є Єнтін та Блажко. А про те, чому, на ваш погляд, суспільство, яке мало б це сприйняти просто з огидою, просто каже, що все добре, ну, принаймні, певна частина цього суспільства, це не викликає природнього обурення. Чому? Ну, тому що суспільство розділено, є різні точки зору, є певні симпатії як до одного персонажа, так і до другого. І в зв'язку з цим і такого роду і оцінка. Я особисто негативно оцінюю, як всі випадки, які ви демонстрували. Що стосується решти, то кожен має право на це. Ну, дивно було, якщо б поліція це позитивно оцінювала. Добре, зрозуміло. Валерій Борисович, будь ласка. Я абсолютно согласен з колегою. Єдине, хотів би додати, оскільки знаю обоих фігурантів цього інциденту достатньо давно. Я вважаю, що Ігор Вікторович, який Емеряк Блажко, он дал копняк не Ентину, он дал копняк 22 тысячам избирателей, которые его выбрали николаевцам. Когда мы говорим о том, как оценивает общество это все, ну, нельзя позиционировать 100-500 лайков Фейсбука, да, как общество всего города Николаева. Мыслящие прогрессивные люди, поверьте мне, тоже, ну, достаточно серьезно оценивают эту ситуацию и понимают, что это либо попытка пиара и присвоить себе, не дают покоя лавры Александра Янцина, все-таки, я так понимаю, Игорю Викторовичу, или просто чрезмерная осенняя активность, которая наблюдается у Игоря Викторовича в последнее время. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Я погоджуюсь з думкою колег, що в будь-якому разі є частина населення, яке буде підтримувати одну позицію, інша частина буде підтримувати іншу позицію. Але керуючись здоровим глуздом, людина кожна дає оцінку тим діям, які є, які мали місце. В будь-якому разі, у разі надходження таких заяв має бути реакція. Реакція буде, якщо буде відповідно заяви, і відповідно буде реакція надана, виходячи з рамок кримінального кодексу. Дякую, Антон Панасович. Ми зараз здебільшого все ж таки кажемо про моральний бік, а не про уголовний, кримінальний. Зрозуміло, що тут, напевно, що немає, не буде місця кримінальному провадженню. Але, знову ж таки, панове, я усіх вас хочу зосередити на тому, що до цього призводить, чому це може відбуватися. Чому це зараз у нашому суспільстві сприймається як щось нормальне. Те, що відбувалося на комітеті з легкої ноги Парасюка, чи з важкої ноги Парасюка, так, те, що відбувається зараз. Тобто це така спокуса. Я ж розумію, що для цього спеціально був приведений журналіст подробності МК УА, який спокійно сфокусувався, приготувався, сказав мотор. Потім це було урочисто викладено на Фейсбуці. Тобто люди це роблять вже на публіку, чекаючи на певне суспільне схвалення. Чому це відбувається? Ви, мабуть, також відчуваєте якісь процеси, які просто призводять до таких звігів у свідомості? Ну, я хочу відповісти коротко. Ми в будь-якому разі повинні говорити про одне, що справжніх мотивів вчинку кожної людини ми не можемо оцінити. В думки не залізеш.
Зрозуміло. Одар Петрович, будь ласка, вам сьогодні говорити про дороги, але все ж таки. Добрий вечір, студія, добрий вечір, уважаємо телезрителі. Ну, звісно, к такому поступку отношусь негативно, тому що я вважаю, що є більш цивілізовані способи для вияснення відносин, тим більше мужчинам, тим більше офіцерам. Спасибо. І так, студія желає присоединитися. Олександр, будь ласка. Я б, наверное, хотел бы задать сразу, сконцентрировать на той тематике, которую Ярослав всех спрашивает. Ну, посмотрите, то, что, да, почему общество, в принципе, хоть и разделяется, оно значительное число поддерживает. То есть мы должны понимать, ну, то есть как политтехнолог, я говорю, что реакция общества – это нормальная реакция нормального общества. Если мы вспомним историю вообще человечества, цивилизации, создания городов, то в какой-то момент жители, устав, например, города, самозащищаться, они нанимали стражников и поручали им эту неблагодарную работу, чтобы их охранял человек. То есть делегирование функции любого человека, право на самозащиту. У нас складывается ситуация, извините, что я буду говорить нелицеприятные вещи, когда, в принципе, об этом я много раз заявлял публично, власти нету. Полиция и так далее, это средство усмирение бабушек, исполнение неких заказов. То есть ну, обычный человек пострадать может, но преступников, нарушителей не наказывают. Вследствие чего общество, у которого забрали право самозащиты, поручив это специально нанятым людям, в данном случае полиции, прокуратуре и так далее, хочет защиты. Но само оно защищаться не может, а нанятые люди не защищают. Что делать? Самосуды и так далее. Поэтому то, что происходит, это нормально. И более того, по законам развития общества и жанра, нормально будет ожидать все большего нарастания вот этого народного президента, самосудов и так далее. Давайте посмотрим живой пример. Советское. Мелкие правонарушения, которые, с которыми нужно всегда бороться, ибо они перерастают в лавину крупных. Советское. Сколько общественников, пока достали сейчас общественника, что они ловят транспорт. Полиция, абсолютно проигнорировав проблему того, что на ней, по советской, по пешеходной улице ездят машины, довела ситуацию до такого, что сейчас там пытаются сбивать людей. Абсолютно спокойно, в наглую. И вы не реагируете. Я вам говорю так, что сейчас вмешались общественники, ловят и заставляют вас работать. Заставляют оформлять этих негодяев и преступников, которые пытаются убить людей. Но если вы не включитесь сейчас, то дальше вы увидите сожженные машины, разбитые лица этих нарушителей. Это нормально. Люди хотят защиты. Если вы не сможете обеспечить нам защиту, значит мы будем сами брать в руки, потому что есть только определенный период времени, когда можно потерпеть, когда мы ждем, когда общество ждет. Ну когда же, ну да, мы понимаем, у вас тяжело, у вас переформатирование из милиции в полицию. Год, второй, а на третий год люди начнут стрелять сами. Александр, спасибо. Я предлагаю, секундочку, Максим, я предлагаю посмотреть сюжет. Я думаю, что мы посмотрим его в самом конце программы. Однако, в общем, коль скоро разговор прямо сейчас зашел относительно инцидента на Советской и парковок. Я опять-таки хочу подчеркнуть, что вот эти случаи, да, из Блажко, из вот тем, о чем говорит Максим, Саша, по сути, в общем-то, мелкие. Но то, что они вызывают такую реакцию, заставляет меня вспомнить плакат, который висел на протяжении всего Майдана на вот одном из заборов. Поймите, нас задолбало. Вот людей реально задолбало. И то, что мы видим такую неадекватную реакцию зачастую, это следствие того, что действительно вот настроение похоже на те, которые привели к возникновению Майдана. Давайте посмотрим сюжет. Автомобілі, які паркуються з порушенням правил дорожнього руху, не є найбільш кричущою міською проблемою. Тим не менше, однією з тих, які відразу впадають в вічі городянам. Адже автомобілі, які зупиняються на пішохідних переходах, заважають трафіку. Деяким водіям вдається навіть трамвай заблокувати. Надовго. І пасажирам доводилося чекати, доки власник машини схаменеться.
Такі випадки були. Фотознімки автомобілів таких героїв асфальту публікуються у місцевому фейсбуку у групі з промовистою назвою. Донедавна часто можна було помітити припарковані автівки і на головній пішохідній вулиці міста – на Радянській. Аби ж тільки вони стояли. Буває і їздять там, де це суворо заборонено правилами, там, де постійно прогулюються люди. Минулими вихідними, 21 листопада, приблизно о 20-й, водій автомобіля ВАЗ-2109 виїхав на пішохідну частину вулиці і ледве не зачепив при цьому дитину. Обурені батьки і городяни викликали міліцію і заблокували авто горе-водія. Проте першим на допомогу прибув, очевидно, товариш на червоній копійці з числа правоохоронців. Під час спроби допомогти першому порушнику обурені городяни заблокували і його авто. Опергрупу чекали близько 2 годин. Лише в присутності начальника Центрального районного відділу Національної поліції Миколаєва Сергія Дяченка порушник покинув авто і був доправлений до райвідділу. Поступило заявлення, воно буде зареєстровано, розглянуто, встановлено в законному порядку. В отношении сотрудника будет проведена служебная проверка. Относительно заявления будет дана, так же самое дана будет его действиям юридическая оценка, по результатам которой я проинформирую средства массовой информации. Проблема паркування в умовах міста загалом більш актуальна для великих мегаполісів, де величезна кількість приватного автотранспорту. В Миколаєві, скоріш над усе, поки що має місце безвідповідальність окремих водіїв, необлаштованість місць для відстою авто, а також факти безкарності випадків паркування не за правилами. А якщо немає відповідальності, немає і усвідомлення правопорушення. Свого роду сигнал, якщо не оштрафували зараз, то й наступного разу не оштрафують. Можна нехтувати правилами. Але це жодним чином не сприяє безпеці пішоходів і не влаштовує громаду. Шановні глядачі, я хотів би привітати в нашій студії нового гостя Сергій Мельниченко, активіст громадського об'єднання «Кордон». Доброго вечора. Про Сергія йшла мова на минулій програмі, за сьогодні він особисто бере участь. Дякую Сергію, що таки до нас доїхали. Андрій, будь ласка. Ну, у мене в цій зв'язі сюжетний вопрос. А що з тим сотрудником уже поліції, який приїхав захищати свого брата і друга, який чуть не збив людину на Совєтській, на сьогоднішній день, да? Якщо ми говоримо, да, о наказності, тому що він, як і його товариш, також нарушив правила дорожнього рухання, заїхав на пішохідну частину вулиці Совєтської. Може щось сообщити? Ну, і заодно, я думаю, вже якби в догонку, це к вопросу о 3-часовому переміщенні наряду на розстоянні 2 кварталів. Тобто від рая діла до місця события. Пожалуйста, Олег Валерійович. Ну, я в Фейсбуці вже в принципе, отписывался. В отношении водителя девятки составлено 2 протокола по статье 122 и 130 за управление транспортным средством в нетрезвом виде, в состоянии опьянения, и за проезд автомобиля по пешеходной зоне на улице. В отношении сотрудника полиции, он является участковым центрального районного отдела полиции, в отношении его составлен был протокол по статье 122, поскольку он также нарушил правила дорожного движения, находился вне службы, понес ответственность административную, и начальником УВД Главного управления национальной полиции была, ну, тоже утром назначена служебная проверка для того, чтобы определить и понять то, что больше всего, в принципе, обеспокоило Николаевца, да, собственно, и нас, как руководство. Даже не то, что он приехал выручать брата. Ну, естественно, если у меня есть брат, я тоже пойду выручать, но я не нарушал бы правила дорожного движения. Он трезвый был, кстати. Да, а то, что больше всего беспокоило нас лично, это то, что 2 часа реакция. То есть мне звонил в тот вечер журналист, просил помощи, для того, чтобы сообщал о том, что не едут. Вот по этому поводу, поверьте мне, сейчас проводится проверка, по ней будут наказаны однозначно и дежурный, и руководитель райотдела, и все, кто отвечали, дежурный по УВД, я думаю, аналогично. То есть люди, которые не смогли обеспечить приезд, быстрый приезд полиции. То, чем, собственно, славится новая патрульная полиция, которая работает в крупных мегаполисах Украины. И то, на что мы надеемся с их приходом получить в нашем городе. Так а в чем причина? Почему так ехал? Была одна опергруппа на другом выезде? Значит, не первый. У нас сейчас очень сложный переходной период. Я, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем с пониманием отнестись к той ситуации, в которой мы находимся.
Николаевская область, по сути, стала экспериментальной. И я в общении со многими из вас уже объяснял и рассказывал. У нас с 1 июля под аплодисменты публики было разогнано ГАИ полностью. Сейчас мы пожинаем плоды отсутствия сотрудников ГАИ на дорогах, в том числе и на Советской, поскольку у меня на данный момент 3 экипажа всего выходит на службу в город. Всего у нас 32 сотрудника ГАИ вообще на город, за которыми Дорнадзор, за которыми инженерия, за которыми профилактика, оформление ДТП. Многие сталкиваются, что они едут на ДТП очень быстро, да? Едут по 2, по 3 часа. Мы не можем разорваться. Поэтому на данном этапе в центральном, допустим, мы разбирались. Там у нас 2 группы следственно-оперативных, поскольку одна не справляется. В тот промежуток времени, это суббота, вечернее время, час пик, около 20 сигналов было одновременно за эти 2 часа. Вы видели, что отреагировала как раз группа быстрого реагирования «Беркут», которая потом уже дежурным была, собственно, приглашена на место совершения вот этих инцидентов. Я абсолютно не оправдываю действия сотрудников, в отношении них составлены протоколы, равно как если речь зашла о парковке, и в отношении заместителя начальника центрального райотдела, который припарковал автомобиль во время сессии на место для инвалидов. В тот же день был в отношении него составлен протокол за нарушение правил дорожного движения. Погоны – это не индульгенция, но в данном случае, если нарушил, значит, будет отвечать. Спасибо. Спасибо. У Максима Красюка был вопрос, и, собственно, Сергей Мельниченко, я так понимаю, тоже готов что-то добавить. Да, пожалуйста. Знаете, здравствуйте, еще раз. Максим, прошу прощения, вы пока не начали, давайте послушаем зрителя, потому что иначе просто придется вам быстро сворачиваться. Послушаем зрителя, получим ответ, и тогда придадим вам слово. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот обращаюсь там, у вас в студии господин Савченко. У меня к нему вопрос. Я у него была на приеме, и он мне дал ответ, у меня там заведено 2 уголовных дела. По изнасилованию внучки и украденной карточки. Значит, я плачу ворованный кредит, так как банк пришел и сказал, не будете платить, заберем квартиру. Я принесла им все доказательства, предоставила все. Расследование, Савченко, вы написали, что расследование неправильное. Но мер к этому никто не принимает. Спасибо. Уважаемые зрители, я все-таки прошу вас придерживаться темы программы. Я понимаю, что очень большой соблазн как бы устроить из студии общественную приемную и поговорить о наболевшем. Однако все-таки обращаюсь к режиссерам, чтобы они понимали, о чем будет задаваться вопрос. Ну и вас, уважаемые зрители, просто прошу, если есть в студии дежурят сотрудники и прокуратуры, и УВД, то есть вы можете просто позвонить и оставить ваши контакты, оставить ваш вопрос. Его запишут, но в эфир с этим обращаться, наверное, не стоит. Однако, раз человек позвонил, пожалуйста, ответьте. Ну, и вот, дело в том, что на личном приеме проходит много людей, поэтому конкретный факт в деталях я уже не помню. Помню, что женщина обращалась, и мы приняли соответствующие меры реагирования. Тот сам факт ответа, где мы дали негативную оценку состояния следствия, является одной из мерой нашего воздействия. Во-вторых, наверняка, потому что во всех случаях рассмотрения жалоб мы не только даем ответы, но и реализуем свои те обязанности и права, которые нам предоставляет Уголовно-процессуальный кодекс. В данном случае в материалах тех уголовных дел, о которых идет речь, в 100% случае есть мои указания, как начальника органа судебного расследования. С учетом тех недостатков, которые были выявлены, мы организовали расследование в том направлении, которым посчитали, для того, чтобы это сделать, для того, чтобы достичь того результата и удовлетворить, либо отказать в ваших требованиях. Поэтому, к сожалению, если нет этого результата, то вы имеете право еще раз обратиться, но я единолично это решение не принимаю. Понимаете, мне законом не позволено принимать решение за следователя и процессуального руководителя о привлечении тех или иных лиц к уголовной ответственности. В данном случае я реализовал свои права и обязанности, как это требует Уголовно-процессуальный кодекс и закон про звернение граждан. Спасибо большое. Максим Красюк, ваше полноценное слово.
Вы знаете, я считаю, что вот, ну, сегодняшние передачи пытаются придать формат такой некоторый юмористический, чуть-чуть сгладить как бы то отношение как бы к милиции, которое на сегодняшний день действительно есть в массах, в народах, и которое приходится слышать. Как бы уровень доверия на сегодняшний день к правоохранительной системе, это органы МВД, ну, уже нынешней полиции, прокуратуры, насколько низкие, что люди просто больше, скажем так, в общении с ними опасаются неправомерных действий со стороны милиции, нежели защиты их прав и интересов. И есть этому факту сотрудники, которые здесь есть, знают определенный факт. Это тоже дело было о задержании, резонансное дело по подозрению в убийстве, да, двоих человек молодых, парень и девушка, которым применили просто-напросто одели пакеты на голову. После этого начали, не буду еще говорить, может, в прямом эфире применять другие недозволенные приемы. Как бы впоследствии я, как адвокат, как бы услышал, узнал эту проблему, вступил туда абсолютно как бы безвозмездно, бесплатно, никто не думал. Я вам скажу так, я минут 40 от этих людей не мог добиться как бы правды, что действительно, как это произошло. То есть я вижу, очевидно, что они не причастны к совершению этого убийства, но люди насколько запугивают милиции, что только через 40 минут мне удалось узнать правду, как оно было, и люди начали рассказывать. С Валерием Борисовичем был тогда как бы разговор, была просьба, давайте, говорю, увольте как-то этих сотрудников, накажите, покажите, что да, это была ошибка милиции. Да, бывают такие случаи, как говорится, в семье не без урода. Вы знаете, эти люди продолжили работать, я не удивлюсь, если они попали в полицию. Это один из таких случаев, он очень как бы яркий. Мы просто здесь ушли, там на советской машине проехала, там юмористический там. Максим, мы не ушли, на самом деле мы говорим как раз о том, что даже мелкие случаи вызывают вот такую реакцию, когда, ну, по сути, у нас, мало ли у нас машины по советской ездили, но когда вот люди действительно 2 часа не расходились, ожидая милицию, по-моему, даже 3, то это вот, собственно, серьезность реакции на, казалось бы, незначительные случаи. Однако, вот я хотел бы обратиться, ну, в данном случае, наверное, к Валерию Борисовичу, ваш коллега бывший, господин Блажко, да? Совсем недавно на сайте «Преступности нет», ну, в совершенно хамской форме обвинил нынешнего руководителя ОВД в целом ряде преступлений. Преступлений, проступков, злоупотреблений и так далее. Я понимаю, что мы выносим за скобки манеру общения господина Блажко. Однако там приведен целый ряд, ну, достаточно серьезных обвинений. И он брошен не в лицо какой-то частной, какому-то частному лицу, извините за тавтологию, а человеку, занимающему высокое положение в той структуре, которая отвечает за соблюдение законов. И, ну, логично ожидать, да, если нечего сказать, ну, просто уволился, да, если вот скрыли его грязные делишки, либо же доказал свою правоту, ну, наверное, через суд. То есть, ну, подал в суд на клеветника. Логично. Тебя оболгали, ты подал в суд, доказал, что ты прав. Не произошло ни того, ни другого. Следовательно, возникает вопрос, это что, все правда? То есть, нету никакой реакции. А если нету никакой реакции, то, значит, это принято? Я могу совершенно ответственно заявить о том, что в понедельник мы давали обещание на брифинге, который имел место в горосполкоме по поводу событий, связанных с инцидентом, который произошел возле одного из избирательных участков во время второго тура. Участник этого инцидента. Да, абсолютно верно. И в понедельник начальник Главного управления национальной полиции, полковник полиции Гончаров, проведет пресс-конференцию по этому поводу, которая состоится в УВД. Мы обещали через 10 дней дать исчерпывающую информацию. Я думаю, ответы на все вопросы получат заинтересованные стороны. Кстати, пользуясь случаем и передавая его просьбу, хотел бы обратиться, если есть еще какие-то вопросы по делам, не только касающимся дела нападения на активистов, но и дела по новому начальнику лесхоза. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, через общественную приемную завтра задайте их, для того, чтобы мы могли дать более компетентные ответы, и начальник главного управления мог их дать. В том числе... Скажите, пожалуйста, как связаться с вашей общественной приемной, если это будут не только журналисты, которые наверняка знают контакты, но и общественники? Общественная приемная находится на улице Большая Морская, в здании областного главного управления национальной полиции. В принципе, на сайте, нашем сайте УМВС Николаевской области существуют телефоны общественной приемной.
все могут связаться и, собственно говоря, разместить свои вопросы, на которые мы постараемся дать исчерпывающий ответ. И лично начальник главного управления. Что касается ситуации, абсолютно вопиющая, как по мне, я сам офицер, и Юрия Викторовича до этого знал как офицера. Да, опускаться до, скажем так, это пасквиль, по-другому не назовешь. Я общался с лицами, которые имеют отношение к сайту, на котором размещен этот блог. Но они ссылаются на то, что это блог. Я считаю, что это пиар, я уже сказал, мое личное мнение, это пиар. Это попытка выделиться, попытка запомниться. Начальник главного управления лично прокомментирует эту ситуацию и все, что говорил товарищ Блажко в этом пасквиле на пресс-конференции, которая состоится в понедельник. Я не уполномочен. Я понял, Валерий Ильич, у нас звонок, поэтому коротко. Вы дадите ответ на вопрос, который задал Максим Красков по поводу этих двух персонажей, издевавшихся, ну, по его словам, над задержанными? Просто у нас звонок зрителя, я хотел бы сейчас... После звонка вопрос. Хорошо, хорошо, тогда, пожалуйста, звонок, и мы продолжим. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Валентина Григорьевна, пенсионерка. У меня такой вопрос, хотя частично я так понял, ответ уже был. По поводу этого, я очень редко слушаю телевидение, очень редко, потому что много вранья и все такое. Но меня вот это интересует вопрос, спасибо вам, что вы показали его перед выборами, по-моему, это было, этот инцидент, после выбора, это, я немножко перепутала, я волнуюсь, вот этот Октябрьский, по-моему, где стреляли. Спасибо, Елена, у нас не, сейчас... Не, я не за то. А, еще что-то, да? Потому что у нас сейчас Сергей... Вы слушайте меня. Я понял, что будет объяснять. Меня только одно возмутили, что это хулиганство считают, а не покушение на жизнь человека. Это раз. А теперь к вам, ведущий. К вам. Вы меня слышите, да? Да, я слышу, говорите. Я слышу. Я вам хочу большое спасибо сказать за эту чудесную вашу передачу, что у вас такие честные, в основном люди собираются. Вы как на ладони, видно, кто вы такие. И вот особенно этот, я не запомнила фамилию. Вот этот выступал, что сказал, забыл, что это перерастет, это спасибо ему. Это действительно, ну, наболевшее такое, что, я не знаю, вот этот, ну, интеллигентный такой человек, когда сказал... Спасибо. Вы... Спасибо большое, Валентина Ивановна. Спасибо. Очень приятно слышать, иметь такую обратную связь. Валерий Борисович, вы закончите, да? На вопрос Максима. По поводу уголовного производства, я не буду комментировать само уголовное производство, но действительно факт был, когда Максим, представляя интересы участников уголовного производства, говорил о том, что имеет место быть в милиции на тот момент корабельного райотдела факты применения недозволенных методов ведения следствия по отношению к двум участникам процесса. Насколько я знаю, там было обращение, оно регистрировалось официально, и проверку по данному факту проводила прокуратура. Какое там было принято решение, на данный момент не готов сказать. Секундочку, Максим, давайте мы не будем сейчас устраивать как бы дискуссию, потому что мы просто увязнем в одном вопросе. Я хочу поговорить о том, с чего, собственно, начал, о преступлениях без наказания. Именно потому, что преступления, которые, в принципе, были очевидны, которые совершались либо при попустительстве, либо при прямом участии должностных лиц, наверное, общество так и реагирует вот на то, о чем говорил Саша. Давайте вспомним, что было 2 с лишним года назад в селе Чаусово. Очень интересная история. У червні 2013 року на спірних землях в Чаусово-2 Первомайського району на полях, які оброблялися агрофірмою Корнацьких, стався конфлікт. Підприємство «Партнер Агро», яке на законних підставах претендує на спірні землі, спробувало завести на поля свою техніку, щоби зібрати урожай. Агрофірма Корнацьких спробувала цьому перешкодити. Все це згодом вилилося в протистояння зі стріляниною і судовим процесом. 18 червня 2013 року відбувся напад на машинно-транспортний парк агрофірми Корнацьких. Була застосована зброя, невідомі молодчики стріляли в жінок. Учасником події тоді стала тодішній керівник «Партнер Агро» Оксана Велішевська, в чию машину тоді невідомі просто склали зброю. Первомайські правоохоронці, фактично стаючи на бік невідомих, забезпечили відступ нападників на селян. Частину бандитів було затримано самими людьми, частина зловмисників розбіглися. Результати – є свідки нападу 18 червня, є відео та фотодокази розбійного нападу на фірму, є медичні довідки про вогнепальні поранення 3 людей.
На той момент була і незрозумілою позиція районної влади. Винні не покарані. Керівник первомайських правоохоронців Іван Приймак отримав незабаром після тих подій звання полковника і нині продовжує працювати в правоохоронних органах. Службова перевірка за чаусівськими подіями щодо нього не проводилася. Земельний конфлікт не вичерпаний. Незадоволені власники земельних паїв тоді писали заяви і в міліцію, і в прокуратуру. Протистояння в Чаусове-2 мали місце і в цьому році. Я с удовольствием передаю слово Валерию Капралову. Он приехал к нам из Первомайска на программу. Я так понимаю, что еще в ночь ему ехать обратно. Валерий, вот будучи участником событий не только, ну, собственно, к Чаусову-то вы, в общем-то, имеете отношение скорее географически, нежели лично, а что касается событий на 132-м округе и вот тех вот знаменитых, когда выносились протоколы, и сейчас, собственно говоря, я так понимаю, там мало что вообще поменялось. Вот то, о чем я говорю, преступление без наказания, да, Примак, который через месяц после того, как отпустил, ну, явно бандитов, получает полковника. Мы пишем запрос на управление внутренних дел, а были ли какие-то меры приняты, нам сообщают, даже служебная проверка не проводилась и так далее. То есть вот мы снимали совсем недавно в Первомайске целую программу «Ракурс» о том, что там вообще все это происходит как бы вполне системно. Вот есть ли настроения какие-то у людей, которые похожи на то, что происходит здесь? Мы еще будем говорить о дорогах ваших, и об асфальте, в дождь, и обо всем. Максим, подождите, пожалуйста. Вот скажите, пожалуйста, вот о том, что в принципе происходит сейчас в Первомайске, и как вы себя там чувствуете, видя, что не меняется ничего, независимо от смены власти. Вы знаете, мне хотелось бы сказать, прежде всего, поддержать и своих коллег в том, что какое-то у нас сегодня напряжение между одной стороной и другой. Вроде кто-то отчитывается, кто-то задает вопросы. По сути, наверное, не это главное. Мы должны найти общие точки соприкосновения. У нас не должно быть чего-то чужого, чего-то своего. Значит, если сегодня вспоминать 132-й округ, те фальсификации, которые проходили, ну, честно говоря, до смешного, сегодня идет расследование. Вот я буквально два дня назад давал показания по поводу того, что происходило в 2012 году. Значит, кто что говорил, кто звонил по телефону, какие приходили бумаги, абсурдные ситуации. Когда это было все явно видно, значит, эти фальсификации показывали, в итоге никакой реакции. Значит, в этом, наверное, есть вот то напряжение в обществе, которое с каждым днем, я бы сказал, нагнетается и доходит до того максимума, за которым уже будет сложно остановиться. Вот эти побои, значит, рукоприкладство, это, конечно же, ужасно. Но мы не говорим о том, что, а если человека довели до такого состояния, когда он приходит просить помощи у милиции, а помощи нет. Когда он приходит в прокуратуру, а в прокуратуре помощи нет. Мы работаем, я представляю, будем говорить так, правое направление, самое, наверное, радикальное в городе Первомайской, правый сектор. Мы сотрудничаем и с прокуратурой, и с милицией, находим общие какие-то вопросы. Но все равно сложно, я вам скажу, очень сложно. Сложно только по одной причине – нет правды. Мы просто врем. Мы врем во всем. Мы врем о том, как расследуются дела, мы находим целую, будем говорить, ворох причин, которые объясняют, почему они не расследуются. Как может не расследоваться дело, которое приносит государству убытки миллионы? Почему виновные в невыполнении решений суда не наказаны? То есть, что может быть проще? Есть решение суда, которые обязаны выполнить. Есть человек, организация, предприятие, которое не выполняет, принося при этом убытки государству. Поэтому, может, наверное, где-то в нашей ситуации говорить о машинах, которые выезжают на парковку. В Первомайске, ну, целая куча. У нас просто улицу перекрыли, установили там рынок, и он работает. И прокурор дает заключение. Это противозаконно, не имели права. И тут же дает ответ, что
А сегодня прокуратура ничего не может сделать. А где вы были раньше? Ну, а раньше была такая ситуация. Ну, вы же помните, как было раньше. Мало того, рынок так и существует, так и торгует, и улица перекрывается в рабочие дни, значит, ну, принося целый ряд, будем говорить так, неприятностей людям, которые не пользуются этой улицей. И так практически в каждом. Поэтому то, что касается провинции, у вас здесь немножечко вы видите, значит, что происходит. Значит, все события, которые освещаются, и мы радуемся за николаевских активистов, за Николаев, который, в принципе, шагнул вперед, где-то пытается найти свой путь демократический. У нас все гораздо запущеннее, друзья мои. Значит, и не из-за того, что люди какие-то другие. Систему надо ломать. И если мы говорим о том, что человек нарушил что-то, значит, он должен понести наказание. Не может быть большого преступления или малого. Почему должно быть заявление о том, что кто-то кого-то ударил? Я считаю, что если ударил человек человека, значит, и присутствует милиционер. Я думаю, Валерий, тут с вами поспорят сотрудники милиции. Он должен пресечь и наказать. Иначе у нас будет всегда так. Есть заявление, есть дело. Нет заявления, забрали заявление, нет дела. И это дает возможность дальше нарушать. И мы доводим в итоге людей до того, что люди не верят ни милиции, ни прокуратуре. Спасибо, Валерий. Я вот хочу дать слово сейчас Сергею Мельниченко, поскольку, ну, действительно, случай это совершенно вопиющий. Тут уж не ударили, тут просто в голову выстрелили. Причем, как утверждал Александр Сенкевич на прошлой программе, стреляли, в общем, похоже, из боевого оружия. Сергей, вообще, вот при каких обстоятельствах случилось, как это вообще произошло? Ну, по ходу следствия я пока ничего рассказывать не Нет, буду. Нет, ну, пожалуйста, действительно, вот детали следствия не будем касаться. Но в том, что мы просто как активисты выезжали, чтобы не было ни подвозов, ну, просто, скажем так, люди собрались, чтобы все было в законном русле. Но так получилось, что все-таки сопротивляется система. Ну, как-то удивляет то, что, не знаю... Везде пытаемся, активисты пытаются сделать в городе порядок, да, и даже по тем же заправкам, которые выявляются, они опять нарисовываются, те же автоматы игровые, их закрываем по 5 раз, да, они опять, и все больше и больше. А сейчас информация уже от людей поступает, их просто, ну, я не знаю, порядка 20 автоматов в городе, и такое ощущение, что они растут как грибы, ну, вопросы. Хорошо. Тогда вот сейчас, прежде чем передать слово, я очень хочу услышать Анатолия Афанасьевича. Вот тут как раз касалось, да, вот того, что происходит в Первомайске. Я думаю, вот вы, поскольку вы за законами надзираете, то вам, наверное, правильно сказать. Но мы начали программу с того, что показали сюжет о том, как блокада, как, ну, явная, в общем-то, с точки зрения милиции, с точки зрения прокуратуры, да, нарушение закона, ну, подрыв линии электропередач, привело к тому, что правительство наконец-то задумалось о том, в общем, мы воюем или торгуем. Вот пример организации общественной «Матвеевский лес», по-моему, показывает, как действительно можно, начав самостоятельно, в конце концов, сотрудничать, мотивировать милицию к сотрудничеству. Сергей, пожалуйста, вот, очень интересно. Добрый день. Ну, на самом деле, мы порядок в Матвеевском лесу навели. Мне просто хочется другой чуть вопрос задать. Вот вы, уважаемые люди, да, амбициозные наверняка, как вы свои проблемы решаете? Вот вам стоит, мешает автомобиль припаркованный неправильно. Научите нас, как на это реагировать. То есть заявление в милицию, там, или все это не работает. Как вы решаете эти вопросы, которые вам мешают? И второй вопрос, то есть, допустим, есть Ташкентский лес, который начнут копать. Как активистам Ташкентского леса действовать, по нашему примеру, или все-таки как-то обращаться у вас? Вы уже переформатировались. Спасибо. Ну вот теперь у вас уже просто целый пакет вопросов. Пожалуйста. Кто готов? Давайте по порядку. Нет, ну я просто не хочу там никому навязывать. Кому есть что сказать, пожалуйста. По Первомайску был вопрос. Пожалуйста. По Первомайску, я думаю, прокуратура. Що стосується первомайських подій, сюжету, звичайно, да. Ми знаємо, пам'ятаємо цю ситуацію. Ситуація мала місце. За вказаним фактом було розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні. Ми встановили коло осіб, які брали участь в цьому інциденті. Відповідно, щодо 2 осіб обвинувальні акти направлені до суду, які достовірно встановлено, що вони займали активну позицію. І, в принципі, мало того, що активну позицію, вони скоїли протиправні дії, тобто скоїли злочин.
Щодо вказаних осіб постановлено вже вироки судом, відповідно ми знаємо, що ці особи понесли покарання. Інших осіб, які брали участь і в принципі вчинили при цьому злочини, ми не встановили, оскільки до цього до інциденту було залучено не лише мешканців Миколаївської області, а й інших регіонів. Ми це достовірно так само знаємо. Тому відповідно, але їх не було встановлено, в подальшому кримінальне провадження розслідувалось, і на даний час кримінальне провадження не розслідується правоохоронними органами Миколаївщини, а визначено орган розслідувань інший регіон України. Ведеться слідство. Дорогий Геннадійович, я хочу сказати, що два роки назад здесь сидел у нас очень високопоставлений чиновник, і на вопрос, як же так, ви ж там були, він, глядя в пол, сказав, ведеться слідство. После этого мы получили, причем не ведется следствие по этим людям, а ведется следствие по офицеру, подполковнику, вскоре ставшему полковником, который на моих глазах, я там был, отпустил этих людей, которых задержали, опять-таки, вот граждане. То есть, ну, не было там милиции. Милиция была где-то там. Люди их задержали. И, наверное, вполне естественно было их задержать и провести с ними следствие. Так вот, и дальше выяснить, потому что было очень много видеосъемок и так далее. Им буквально создали коридор и дали спокойно уйти. А после этого, я еще раз говорю, примак получил сначала полковника, потом отбыл за границей Николаевской области, что вывело его, так сказать, из-под разбирательства здесь. Но по нему, как я получил, пока он еще был в Николаевской области, даже не была возбуждена служебная проверка, служебное расследование. Что просто заставляет меня опять-таки вернуться к теме программы, которую я озвучил, и сказать, что преступление без наказания рождает самоуправство, рождает анархию. Валерий Валерьевич, я вижу вас. Ярослав, кто вам дал право вообще называть действия примака преступлением? Вот у меня вопрос такой. Кто судьи? Вот сейчас задается вопрос, а судьи кто? Мы все берем на себя роль судей. Я извиняюсь. Нет, сейчас говорится о том, вот примак совершил преступление и не наказан. И так далее. Это ваше мнение. Хорошо, квалифицируйте, пожалуйста, вы, Валерий Борисович. Руководитель горрайонного отделения милиции отпускает людей, пойманных на месте преступления. Это как? Квалифицируйте, пожалуйста, правильно. Я не силен в юридической терминологии. Квалифицируйте, как это называется. Меня не было там на месте, когда а я все был. Происходило. Но я вам могу сказать одно. Я видел кадры, где примак стоял между двумя толпами людей. И одной, и второй разъяренной. Которые каждые считают себя правыми. Я немножко знаю этот конфликт и инцидент, поскольку принимал непосредственное участие уже в этом году. В этом конфликте. Я знаю истоки этого конфликта. И поверьте мне, это тема для отдельной передачи, огромной. Для того, чтобы разъяснить вообще, что там происходит. И кто на тот момент там был прав, кто был виноват. Мы так огульно говорим о примаке. Примак сам лично без оружия стоял и разборонял голыми руками две враждующих толпы. После того, как он прибыл туда на место. Отпустил он или не отпустил, следствие пусть дает оценку. Но я говорю о том, что это человек, который не побоялся выехать. Да, и не допустить последующего кровопролития. Это самое важное для меня в данном случае. А что касается того, где примак, почему он не уволен, это вопросы явно не ко мне, не к Анатолию Афанасьевичу. Это вопросы, наверное, все-таки к руководству милиции. Я расскажу одну короткую историю. Максим, я вас вижу. Когда, вы помните историю, вот Валерий Капралов о ней мельком упомянул, 132 округ, да, когда выносились протоколы. И в дальнейшем они фальсифицировались. Потом под сфальсифицированными протоколами поставил подпись председателя избирательной комиссии. Он после этого, причем все это знали, все это было очень широко освещено, ну, век-то электронный, все же как бы мгновенно в интернете. Он после этого на повторных выборах опять был председателем комиссии. То есть вопрос не к вам лично, вот по этому конкретному случаю. Я понимаю, что не вы принимали эти решения. Хотя, Валерий Борисович, ну давайте будем откровенны. Вспомните, когда бандеровцы тут в Николаеве ходили, да, десантники, как рассказывал Николенко, и собирались захватить обладминистрацию. Помните вот эти рассказы, да? Мальчика с пальчиком о том, что не допустим, сметем с лица земли, мы еще об этом поговорим. Николенко, который рассказывал об отличительных признаках бандеровцев, которые тут с рюкзаками из западного Украины. Характерным говором. Да, с характерным говором. Так вот, когда к нам, в тот момент я в партию Фронтзмин, поступила информация о том, что вот в этом вот осажденном, защищаемом здании от бандеровцев находятся вооруженные люди,
Мы туда прибыли с народным депутатом Игорем Брыченко. И вы там тоже находились. И мы вас попросили, дайте, пожалуйста, пройти одному народному депутату. Никаких там безобразий не будет. Просто чтобы он посмотрел, кто находится в здании администрации. Вы сказали, показывая на вот этих вот защитников, я не могу, они меня не пускают. Так подожди, ну народный депутат один пройдет, никаких... Нет, я не могу, вот эти люди меня не пускают. Лера Борисович, ну согласитесь, что что-то очень сильно напоминает вот историю с Примаком вот там вот в Чаусово. Да, пожалуйста, Вадим Зубин. Я думаю, добрый вечер. Я думаю, что Примак, он там оказался просто самым несчастным человеком в этой ситуации, потому что решение принимает не Примак. Вот сегодня тоже судят Шевчука Олега, да, за то, что разгоняли Николаевский Майдан. Да, там пострадали люди, там, но я уверен, что он лично сам не принимал решение. Он мог его не исполнять, мог, скажем так... Но опять же, это система МВД, он мог не исполнять, сесть, мог исполнить и тоже сесть. Хотя, ну, если брать конкретно это, да, то человек отслужил в Афганистане, имеет две звезды, красных разведчик, да, то есть, ну, вполне нормальный человек для нашего общества. Поэтому и тот же самый Примак, судя по конфликту двух сторон, Карнацкого и фирмы, агрофирмы Пшонки, да, то мы должны понимать, что откуда шли указания, и любой милиционер, он никогда в жизни не будет исполнять, так как и прокуратура сейчас комментировать о том, что там что-то случилось. Вот, и там указания давались, скорее всего, что министром МВД Захарченко, и люди просто как исполнители, они могли, ну, как бы, могли исполнять, могли уволиться, могли, скажем так, сесть, ну, я вижу, Петр. Или посадить их этот. Вот поэтому, Вадим, я, кстати, вот совершенно неожиданно хочу поддержать и Вадима, и Валерия Борисовича, и сказать о том, что вот кроме... Ребят, давайте по очереди, да? Что вот кроме вот этого вот случая, в принципе... Кстати, там еще был один забавный момент, когда мы все-таки нашли там палки, явно приготовленные для боя, обмотанные изолентой, заточенные и так далее. Я лично помню, это заявление писал, мы отнесли это в милицию. Милиция сказала, что это никак не является вообще никаким оружием. Ну, собственно говоря, потом этим никаким не оружием, если вы помните, гнали через мост участников Майдана, вот эти вот самые защитники администрации. Троллейбусы сюда побили, тоже, кстати, как-то, по-моему, до сих пор никто не найден. А где была милиция? Ну, когда гнали защитников Майдана? Милиция действительно, я вам скажу, милиция действительно принимала участие. И даже какое-то, да, что-то делала. Но на моих глазах бежит вот этот вот антимайдановец с пистолетом мимо сотрудника милиции. Я ему говорю, смотри, вот он же сейчас. Он говорит, а откуда я знаю, может, он революционер. Поэтому, знаете, все было очень неоднозначно, но я все-таки хочу закончить мысль и по Олегу Шевчуку, и по другим сотрудникам милиции. Я на Майдане был достаточно много. Вот я могу прямо в эфир сказать, надо, приглашайте в суд, приду, скажу в суде. Вот нету у меня лично, как у человека, который много времени провел на Майдане, претензий к сотрудникам милиции. Потому что действительно, в тех условиях, в которых они находились, о которых говорит Вадим, и, Валерий Борисович, поверьте, я на самом деле понимаю, в каких вы условиях находились. В принципе, милиция вела себя достаточно корректно. И не было в Николаеве никаких там, ну, кого-то толкнули, где-то еще что-то. Но не было в Николаеве, слава богу, такого беспредела, который был в Киеве. И я могу сказать, что я искренне благодарен сотрудникам милиции за то, что, будучи вынужденными выполнять указ, они, то есть распоряжение, выполнять приказы, они выполняли его без фанатизма, без дурной инициативы. И в Николаеве действительно все прошло достаточно спокойно. Поэтому, Валерий Борисович, искренне вам за это спасибо. Олег, Андрей, пожалуйста. Вы сейчас говорите о том, какой был ситуация на тот момент. Да, понятно, есть две противоборствующие стороны. Милиция находится в одно время под властью одной стороны, потом переходит под власть другой стороны. Мы говорим, что милиция деморализована, на тот момент была, да, февраль 2014 года. Я вспоминаю 22 февраля, площадь, памятник Ленину. И вот тот момент, когда антимайдановцы начали кидать камни в людей, которые пытались повалить памятник, ну, снять на тот момент еще. Когда мы вели там пожилого человека с разбитой головой в скорую, стоит сотрудники милиции по периметру и как бы сдерживают две толпы. Следоточивый газ, камни, драки по всему центру города там, и так далее. У всех вопрос, ребята, давайте вот их задерживать, ну хотя бы вот 10-15, чтобы они видели, что они, ну нельзя, они видят, что ничего не происходит, они кинули один камень, второй камень,
пошел уже просто град этих камней. У меня вопрос, в смысле, как эта милиция была там, не понимала, что происходит, деморализована и так далее. Есть закон. Причем здесь фамилия министра. Да, в тот день министром стал Аваков. И они не понимали, кто у них начальник. Какая разница? Ну вот, кто прозвучало. И вы видите противоправные, они стоят, смотрят, мы сдерживаем толпу. Я думаю, что людям надо было сесть между собой, договориться, сказать, ребята, давайте подгоним культурно кран, снимем Ленина и переставим ему куда-то. Потому что, нет, прыгали под памятник пенсионеры, которые защищали. Да, мы можем их осуждать, мы можем о чем-то разговаривать, да, но это наши отцы, наши деды. И когда они прыгают, их толкают, они там пытаются защищать. Не, ну там на самом деле была очень странная история, но вопрос, собственно говоря, был о том, что милиция действительно ждала, кто окажется в этих странных ситуациях, окажется победителем. Сейчас, Петр Цицильный, пожалуйста, вот второй раз руку поднимайте. Здравствуйте. Я хотел вернуться к руслу, собственно, проблемы. Да? То есть у нас сейчас есть такая вот черта непонимания между правоохранительными органами и общественностью, отдельными людьми, да, хочется, ну вот, мое оценочное, может быть, суждение, мое видение, почему так происходит, высказать это мнение. То есть, получается как? Простой человек, когда он сталкивается с какой-то несправедливостью, да, он должен получать помощь от правоохранительных органов, полиции, прокуратуры, а он получает какой-то очень тяжелый путь, зарегулированный какими-то процедурами, документами, в которых он теряется в первые 5 минут. Обычный человек не понимает, как писать заявление, куда идти, кому жаловаться и у кого просить этой помощи. И обычно правоохранители, они, ну, очень мало помогают ему, а наоборот вызывают отторжение своим поведением. Это вот одна большая проблема, то есть неучастие сотрудников правоохранительных органов в проблеме, с которой приходит к ним гражданин. Отсутствие сопереживания. Да, сопереживания. То есть человек приходит, он весь возмущенный такой, а его встречают полной волной безразличия и даже каким-то, ну, пренебрежением. Это первая проблема. А вторая проблема, это когда человек уже сталкивается с более серьезными проблемами, когда он уже имеет какое-то образование, юридическое самообразование, и пытается чего-то добиться, да, что-то там пытается решить свои вопросы, он сталкивается с отсутствием справедливости в каком виде? У сотрудников правоохранительных органов и полиции, и прокуратуры есть уже сложившаяся, устоявшаяся корпоративная культура, которую в народе, извините уж, называют круговая порука. Крайне сложно, если вдруг где-то фигурирует участником сотрудник правоохранительных органов, крайне сложно добиться хотя бы взятия его как субъекта вины. Да? То есть даже не допускается, что он может быть виноват. Это априори человек из правоохранительных органов, он, как правило, белый, пушистый, святой, и тяжело добиться того, чтобы его рассматривали как фигуранта какого-то дела. Я уже не говорю, чтобы там действительно принимали какие-то меры. Вот. И вот эта вот корпоративная культура, она подрывает абсолютно доверие ко всем действиям правоохранительных органов. Так, есть у Игоря Пока комментарий. Я только хочу сказать, ну, если есть что ответить, пожалуйста, отвечайте. Я хотел бы сказать вот о чем. Мне кажется, что, ну, у нас много тут всего всплывало, да, и просто хочется на то получить ответы, на это, и где-то там вспомнить там старое. Ну, вот уже реформировали, да, милицию, уже все, полиция. Вот уже наверняка что-то будет новое. Люди... Да, старое вспоминаем. Все. Да, ну вот, ну, вы же понимаете, я вам сразу говорил, вам придется как бы отвечать на неприятные вопросы. Но спасибо, что вы пришли. Спасибо, что есть диалог. Это очень важно. Сейчас, Максим, зададите вопрос. Только, пожалуйста, не по конкретному делу, потому что потом скажу, что вы опять фигурант, и не процессуальные нормы не позволяют. Так вот, что я хочу сказать. Сейчас, Максим, зададите. Мне кажется, что... Понятно, никто не будет расследовать уже чаусовские дела. Я не верю в перспективу ситуации там по 132 округу. Но вот решительные действия относительно того, что было на Советской, и вот этих вот двух участников, и я понимаю, да, объективные обстоятельства, действительно, вот не дошли, группы были заняты, но
Люди сейчас ждут. И вот то, о чем говорил Саша, да, есть какой-то очень короткий период между тем, пока люди еще готовы ждать, и уже начинают брать власть в свои руки и устраивать самосуд. Поверьте, я глубоко возмущен вообще тем, что у нас это происходит в городе вот так. Хорошо. Я просто хочу объяснить, чтобы все поняли. Мы ни в коем случае не ищем оправданий своим действиям. Мы не просим сострадания к нам. Мы хотим, чтобы вы поняли, мы сейчас находимся в крайне сложном положении. У нас готовятся к выпуску, не у нас, а в системе, более 500 сотрудников патрульной полиции, абсолютно новых, незаангажированных, людей, которых учат, соответственно, по совершенно другим методикам, люди, которые будут заточены конкретно на охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения исключительно в городе Николаеве. Если бы у меня было год назад 600 человек в городе Николаеве, которые бы исключительно занимались охраной общественного порядка, а не батальон ППС в количестве 150 человек, может быть, я тоже бы быстрее реагировал. Это будут люди, которых я сам жду очень сильно. Эти люди 6 декабря вроде у них выпуск, и после этого они приступят к патрулированию. И тогда у нас будет, извините меня, реагирование не 2 часа. Правильно, потому что следственно-оперативная группа кражу там разбирает, там нападение на кого-то, а тут надо отреагировать, потому что задержали автомобиль. Общественники прекрасно знают ситуацию, которая сейчас у нас в ГАИ сложилась. С 1 июля его нет, и у нас нет, соответственно, ГАИ фактически в городе. У нас 3 экипажа, которые разрываются между ДТП. Понимаете? И вместо того, чтобы, ну, мы не требуем много, да, давайте подождем месяц, мы будем выполнять свои обязанности, вопросов нет. Но выйдет патрульная полиция, вы увидите, соответственно, качественный прыжок. И доверие будет, и все будет. Невозможно стать полицией, которую все уважают и которой доверяют, если до этого милицию, которая стала полицией, 3 года уничтожали. На страницах газет, в интернете, везде подвергали критике. Понимаете, у нас же как, вы говорите о том, что у нас круговая порука в системе, да? А где вы видели, чтобы хоть раз сказали о том, что если где-то замешан милиционер в средствах массовой информации, его кто-то обелил? Сразу виноват. Ну вот я говорил о... Да, я имею в виду, секунду, безапелляционно, сразу. А там милиционер, значит, все схвачено, все виноват. То есть еще без какого-либо решения. Поэтому... Это реакция по... Я знаю. Еще раз просто хочу ко всем обратиться. Не надо добивать ногами. Давайте попробуем посмотреть, если подымется и станет на ноги эта полиция, вы увидите качественное изменение с приходом патрульной полиции в город Николаев. Валерий Ильич, я понимаю, о чем вы говорите. Ну вот я не совсем закончил, может быть, длинно я подводил к этому, хотел просто вот быть понятым, да. Вот ситуация с этими двумя, я понимаю, там долго доезжали, можно понять, не было людей. Но вот 2 сотрудника милиции на Советской. Вот я больше чем уверен, что от того, какие решения будут приняты они, по ним пальчиком им погрозят. Или какие-то более радикальные будет зависеть доверие вот к той новой полиции, о которой вы говорите. Готовы ли вы сказать, я понимаю, вы не можете предвосхитить результаты проверки, но готовы ли вы сказать, что вот, скажем там, как только проверка закончится, и когда ориентировочно она закончится, вы же понимаете, какие сроки обычно это уходят, да? Вы готовы будете прийти к нам в студию, у вас есть горячая линия каждую неделю, нормально, и рассказать о результатах этой проверки. Так рассказать, чтобы люди поверили той новой полиции, которая сейчас у нас возникает. Я на следующий день всем людям общественности Николаева объявил, один привлечен по 130-й, 121-й, участковый реально, я не скрываю. Они работают этого. В органах? Участковый привлечен по 121-й. Они остались работать в органах? На данном этапе идет проверка, его нельзя уволить. Начнем с того, что механизма сейчас нет, даже увольнения. Мы только становимся новой полицией. Закон работает, надо еще дисциплинарный устав новой полиции. Наказы. Делать. Приказы, понимаете, об увольнении. Поэтому сейчас проводится проверка. Но то, что он привлечен к админответственности, мы отреагировали сразу, я это доложил общественности. Спасибо. Следующий вечер поймали целую группу. И на следующий вечер, если мы сейчас выйдем, то мы увидим там машины ездишь. Если мы сейчас выйдем к сити-центру, мы увидим, что маршрутки разгружаются после 8 вечера во втором ряду. Возле всего сити-центра стоят таксисты, машины. И вы понимаете... Александр, я же вам объясняю. Нет, Валерий, вы понимаете, в чем задача? То, что вы сделаете, я верю.
как переломать ситуацию? Ну, например, вы видели, что на выборы срочный случай, я выходил всем коллективом, мы работали сутки, без перерывов, без обедов, без сна. Почему вы не можете сейчас вывести состав? Вы понимаете, что ситуация такая, что вы должны выводить всех, кто у вас есть, на улице? Так, хорошо, я вижу руку Игоря, вижу, Максим хотел говорить, себе. И Анатолий Афанасьевич уже полчаса пытается что-то сказать. Анатолий Афанасьевич, пожалуйста. Я від себе хочу сказати, від органу, в якому я працюю, в будь-якому разі мова йшла про кругову поруку, хочу запевнити, що кругової поруки не було і не буде. На даний час є реакція, ви бачите реакцію прокуратури, є кримінальне провадження і по хабарництву, є де замішані працівники до дорожньо-транспортної пригоди, відповідно, всі у разі наявності доказів понесуть покарання. Незалежно від того, це була міліція, чи буде поліція у разі вчинення службового злочину працівником правоохоронного органу, на даний час поки що розслідує таке провадження прокуратури. Валерій, пожалуйста, Ігор, наконец-то, зараз слово, щоб отримав. Я хочу поправляти вас і не говорити, що ви сказали неправду. Навірно, так воно і є. Но есть и другие факты. Есть факты, когда мы поднимаем вопрос о том, что государство терпит убытки по вине чиновников. Есть решения судов, которые взыскивают с бюджета средства. И мы уже 2 года требуем от прокуратуры единственного. Подайте регрессный иск. Я надеюсь, все в курсе, что такое есть. Если чиновник виновен в том, что принесены убытки бюджету, он должен возместить их. И никто иной, как прокуратура, должна выходить и требовать это, и защищать права и государства, и тех людей, у которых были эти деньги, украдены, община, которая потеряла эти средства. Но тем не менее, мы не видим никакой реакции. Поэтому вы называете это как угодно, но мы все-таки просим, пока мы все вместе не начнем относиться к государству как к своей родине и любить Украину, ничего не получится. Тут не важно, кто виноват. Тут важно, чтобы каждый за свое злодеяние, он работает в прокуратуре, в милиции, или это общественник, или член партии, мэр или депутат, получали соответствующее наказание. Тогда будет порядок в стране. Тут завис. Анатолій Іванович, що відповідати? Є що відповісти. Так, кожну конкретну, я ситуацію конкретно коментувати не буду. В будь-якому разі... А ні, ситуації, є, я не говорю о конкретній ситуації. Компетенція, ви говорите про конкретну ситуацію. В цій конкретній ситуації в будь-якому разі надається оцінка. Буде надана оцінка, виходячи з компетенції. В органів прокуратури є компетенція як в розслідуванні кримінальних проваджень, так і в представництва. За наявності підстав позов буде обов'язково приділений, якщо в нас є докази для цього і є можливість і необхідність цього. Можно по игровым автоматам. Доказов вот так. Ничего не закрывается. А дальше даются аппараты, и дальше они работают. Государство денег не имеет. Они себе играют. А мнение в обществе, что платятся деньги правоохранительным. Вот так. Единое. Так же само заправки, газовые заправки, топливо немерено. Они просто вырастают. Кто теряет? Государство. Вы знаете, друзья мои, мы сейчас опять перешли на нашу новую полицию. Я пытаюсь все-таки каким-то образом, да вопросов нет, каким-то образом, что есть еще орган, который... Прокуратура, который еще, не, который еще может, старый. Да, который, то есть там тоже идет реформа, там тоже ищут новых прокуроров, но из новых прокуроров мы увидели всех старых, простите. Мало того, значит, человек, который в нашей Первомайской прокуратуре межрайонной был одним из самых лучших сотрудников, убежал в Луганск. Предал родину. А может и не предал. Как? Почему? Люди об этом не знают. Мы не ищем виновных. Мы ищем справедливости. Для так, того, у нас, чтобы причины у нас остался, у нас остался без ответа вопрос Матвеевского леса. Давайте все-таки, чтобы прозвучал внятный ответ. Сейчас, секундочку, не подождите, потому что мы так сейчас уйдем. Я вот уже хорошо напомнили. Пожалуйста, вот по лесу. Песчаник карьера. Первое, что делать, да? Ну, во-первых, никто не отнимал у вас конституционное право, да, на а, самозащиту, б, право, предусмотренное законом на задержание правонарушителя либо преступника. Любой гражданин имеет право это сделать. Так в Чаусе ваши люди это сделали. Задержали тех, кто на них с оружием нападал. Ну, сейчас опять по Чаусу. Нет, я просто к тому говорю, что...
Нет, я просто к тому говорю, что там люди тоже воспользовались этим правом, но это ни к чему не привело. Тут есть один маленький нюанс. Будет ли этот человек признан правонарушителем и преступником? Потому что тогда мы можем опуститься до уровня некоторых людей, которые дают копняк только потому, что считают, что человек не прав. Мы с вами да, это первое. Второе. Говорил уже, мы с вами встречались, по-моему, разговаривали. Невозможно требовать от меня, как от правоохранителя, чтобы я выполнил на 100% свои обязанности, да, если у меня в руках отсутствует палка, а мне надо наказать какого-то правонарушителя, правильно? К сожалению, на данном этапе закон не дает эту палку мне, как правоохранителю. А у вас есть право на самозащиту? Да, у меня на данном этапе нет статьи Уголовного кодекса, которая предусматривала бы ответственность за совершение преступления в виде хищения песка. Песок это ископаемое местного значения. Это не полезное ископаемое. Раз. Как кражу невозможно его квалифицировать, насколько я знаю, поскольку нет собственника у этого песка. Не оценен этот песок. Возникает вопрос. Только эти экологи имеют право составить в таком случае протокол. Мы об этом говорили уже неоднократно. Я знаю, кордон боролся. В Балабановском лесу такая мы проблема. Мы у вас телефон, когда он звонит хозяину, у него написано «эколог». У него вот есть проблема, и мы об этом говорили, надо поднимать вопрос, вот понимаете, гораздо проще активисту, без обид, но поднять вопрос и сказать, секунду, милиция, я имею в виду, милиция виновата или полиция виновата, прокуратура не реагирует, но нету в законе для нас, реально, ну введите уголовную ответственность со значком прим за хищение полезных ископаемых местного значения. Андрей, пожалуйста, вопрос. Какая? Уже накапливается. Да, 49-я прим, которую экологи составляют. 51 экологи. Вот Валерий Борисович говорит, что милиция никогда не оправдывается. На самом деле оправдывается. Ну, как она оправдывается? У нас нет статьи нормальной для песка. Там штраф 51 гривна. Там поймали, заплатил, понятное дело, это все понимают, и милиция, и все остальные. У нас у каждого следователя по 300 уголовных производств. Я слышу уже лет 5, наверное, от разных генералов. Каждый год у нас, поймите, у следователя 300 производств. Понятное дело, что я как журналист не могу писать 300 статей одновременно. Я пишу одну. Понятное дело, что следователи будут расследовать одно дело, а не мое, там, 255-е. Это понятно. Но если мы из года в год слышим одни и те же, не отговорки, а причины, почему так происходит, у меня вопрос. А что делает милиция? Вы, каждый из вас, это... часть системы, в которую замкнуты министр, который кабинет министров, премьер-министр, народные депутаты, которые могут эти законы изменить. Сколько вы написали писем министру, премьер-министру о том, что нам не хватает статьи такой-то для песка. У нас у каждого следователя 300 дел. Что нам с этим делать? Давайте думать. Болит ли голова у министра внутренних дел, когда он просыпается утром, что в Николаеве и во всех остальных областях у каждого следователя 300 дел, и понятное дело, что они не расследуются. Андрей, так вот вашу бы энергию, да, да в хорошее русло, чтобы болела кого-то голова, что надо внести изменения в уголовный процессуальный кодекс, понимаете? Мы исполняем законы, понимаете? Но никак не изменяем их и не трактуем. Мы не субъект законодательной знает, инициативы. Да. Я их озвучивал. Валерий, только очень коротко, потому что еще Игорь Пох не говорил. Максим обижается полпередачи. У меня еще два сюжета и Эдуард Петрович. Валерий Борисович, мы-то в Первомайске так и работаем. Мы не приходим и не говорим о проблеме. Мы исследуем ее. Мы приводим доказательства. Мы говорим о том, что вот человек совершил... Соседкам. Вот, посмотрите, вот вы видите решение, вот просим, привлеките, согласно законодательству, к ответственности. Не мы это должны делать. Здесь, в итоге, у нас получается, значит, прокуратура не мешает следствию, и факты есть, потому что забираются дела, рассматриваются неизвестно почему, значит, милиция... ничего не делает, возвращаются дела, друг на друга показывают пальцами, в итоге все стоит. То есть надо искать в корне отношение к тому, что мы делаем вместе одно и то же дело. Нам надо спасать страну, нам надо народ дать поверить, что может закон работать. И мы говорим о том, что закон должен действовать. Спасибо. Спасибо. Мы говорим о том, мы говорим о милиции, прокуратуре, но мы здесь о судах вообще не говорим. Ну, у нас нету судей, Вадим. Ну, смысл говорить пустоту. Господа, я понимаю, что как бы страсти накаляются. Вот Игорь Пох, который еще ни разу не говорил сегодня, пожалуйста, вот комментарий. И переходим к следующей теме, потому что Эдуард Петрович зря просидит 2 часа. Есть о чем ему поговорить. Пожалуйста. Спасибо. Ну, очень коротко по самому началу нашей программы, по Крыму, да?
Вот лично у меня, мое очень субъективное мнение, надеюсь на это, состоит в том, что я практически убежден, что в принципе не было никакой инициативы от тех общественников, которые там ЛЭП там взорвали там, или повалили, прекратили подачу электроэнергии в Крым, а после этого, мол, правительство якобы прислушалось и, значит, дальше какие-то шаги. Мое убеждение в том, что все это было заранее очень хорошо спланировано совместно с правительством, либо еще с кем-то, и дальше, то есть, была подведена некая база, под которую потом дальнейшие шаги государства начали развиваться. Это первое. Теперь второе, такая несколько неожиданная, как мне кажется, информация, может быть, из моих уст. Представители национальной полиции, я думаю, не в курсе. Вот я значит, распечатал специально такую штуку под названием «Постановление Кабинета министров номер 947 от 18 ноября 2015 года». За подписью премьер-министра Арсения Яценюка, в котором говорится в этом постановлении, вносятся изменения в схему, я прошу прощения без очков, поэтому буду приглядываться, в схему посадовых окладів керівних працівників та спеціалістів міжрегіональних територіальних органів національної поліції. Йде далі табличка окладів руководящего состава, подчеркиваю. Так вот, я вам просто пару строчек, так, для интереса. Возможно, вы в курсе, а люди не в курсе. И к чему я это, собственно, говорю? Ну вот, например, начальник, в скобочках, директор департамента. Оклад 2087 гривен-2194 гривны. Это начальник департамента. И теперь спускаемся в самый низ. Специалист второй категории. Оклад 669 гривен. Это державный службовец. Это не аттестованный працівник. Это не аттестованный працівник. Ну, написано. Посадових окладів керівних працівників та спеціалістів міжрегіональних територіальних органів національної поліції. Возможно, я не компетентен, в чому-то ошибаюся, но вот этот документ, он как бы предполагает, там стоит слово «полиция», стоит. То есть оклады указаны, указаны. Возможно, там идут доплаты, выслуга лет, звания, неважно что. Но человек увидит это, любой, и спросит, подождите, у нас реформа идет, такая хорошая полиция ожидается, да, с такими окладами? Это что будет за полиция? То есть они не будут брать взятки с окладом там в 1000 гривен или в 2000 гривен? Что это такое вообще? Ну, для того, чтобы... Возможно, я ошибаюсь. Да, Игорь, для того, чтобы описать вообще все, всю казуистику денежного содержания сотрудника милиции, бывшего, а потом полиции, для этого надо две ваши программы, и поверьте мне, все равно не разберемся. Я вам могу сказать одно, что зарплаты будут больше, но больше они будут только тогда и у тех, кто пройдет 100-дневку и переаттестацию. Вот тогда будут зарплаты действительно достойны. Ну, на данный момент, вот я могу судить о своей зарплате, у меня она вырастет в 2,5 раза, если я пройду переаттестацию и переназначусь на свою же должность. В 2,5 раза. Я считаю, что это, ну, более-менее нормально будет. И полицейский будет получать не ниже 6-8 тысяч, а не 2,5 и 2 200. Что касается окладов, раньше догоняли премиями, да, сейчас, ну, парадокс, но вот мы два полковника сидим, у нас за звание 140 гривен за полковника, а за лейтенанта 120 гривен платят, понимаете? Раньше так было. Сейчас существенно расширены коридоры между званиями. То есть есть к чему стремиться. И все делает и Хатя Деканоидзе для того, чтобы она сама говорит о том, что я понимаю, что начинать надо с денежного содержания. Но это как поощрение будет тем, кто пройдет 100-дневку и пройдет переаттестацию. И поверьте мне, очень многие вряд ли пройдут эту переаттестацию, поскольку там задействован целый механизм, в том числе независящих от меня, даже если бы я хотел решить этот вопрос причин. Это и тестирование, и полиграф, и все остальное. А получается, получается, что люди, которые не пройдут переаттестацию, вот эту 100-дневку, и они останутся на службе? Нет. Они к чему тогда вот это?
А это ж нет, просто так? Нет, подождите. Ну, и надо же понимать те функции, которые мы выполняем специалисты. Да, и допустим, коренных департамента со всей ответственностью и специалист, оператор компьютерного набора. Это только оклад. Оклад, да. Есть еще звание, есть выслуга лет, есть секрет. Ну, в общем, Игорь, ты как бы упростил то, что на самом деле очень сложно. А сейчас будет 3000 гривен звание. Так, господа, значит, вопрос из интернета. Добрый вечер. Вопрос к Валерию Борисовичу Кобе. Иван Шкиль спрашивает. Иван Шкиль, ну это не суть, важно просто, что не безымянный. Может, Андрей? Нет, Иван Шкиль, адвокат. Известно, что в Николаеве зарегистрировано немалое количество общественных формирований по охране общественного порядка, члены которых, Игорь, ну не болтай, пожалуйста, члены которых по закону имеют право на приобретение орудия травматического действия. Сколько формирований зарегистрировано в Николаеве? Скольким членам таких формирований выдано травматическое оружие? Какие из этих общественных формирований реально выделено? Сотрудничают с полицией? В чем это сотрудничество состоит? Ну, вопрос на целую передачу. Ну, да. Попробуйте ответить коротко, потому что коротко у нас еще у нас 17, по дорогам. 17 действующих формирований, 2000 членов, а оружие выдано порядка 800. Это так, по памяти. И более того, скажу, что постоянно проводится работа, и вот последнее время мы запровадили ее, и мне не дадут соврать общественники, что удостоверение, мы выдаем травмат только тем, у кого есть удостоверение, выданное и подписанное мэром или замом мэра, а не главами формирований, как раньше это было. Поэтому мы пытаемся отсеивать эту, ну, контролировать эту ситуацию. Что касается травматического оружия, то, конечно, каждый имеет право на защиту, и членам формирования оно положено однозначно. Другое дело, что оно сейчас стоит настолько дорого, что не каждый себе может это позволить. Ну, такая ситуация. Спасибо. Так вот, я понимаю, что тут у нас масса желающих высказаться. Анатолий Федорович, только коротко, потому что мы никак не перейдем к дорогам. Эдуард Петрович два часа сидит впустую. Я дуже коротенько буквально. З приводу плинності кадрів, з приводу зміни в органах прокуратури, створення і діяльності місцевих прокуратур. Звичайно, була конкурсна процедура, і не ми можемо оцінювати конкурсні характеристики кожної особи. Там було чітко написано в положенні про проведення конкурсу критерії для необхідності відбору в органах прокуратури. Люди пройшли певні етапи. Ви знаєте, три види тестування проходили керівні посади, співбесіду. І не нам судити з приводу того, хто дійшов до остаточного результату і зайняв яку позицію в рейтинговому списку. І лише керівництво Генеральної прокуратури визначати з приводу призначення цих посад. Ви знаєте процедуру, процедуру ви всі бачите. Так само, що стосується, мова йде про особу, яка залишила межі Миколаївщини і поїхала на схід. Відповідно, це право людини. Людина звільнилася з органів прокуратури і за вказаним фактом проводиться перевірка. Проведемо, спасибо. Приймемо відповідне рішення. Дякую, дякую. Панове, будь ласка, ми буквально один момент. Ну, хорошо, да, пожалуйста. І перейдемо до дороги. Хорошо, тільки дуже коротко. Я просто хотів спросити, щоб ми закінчили тему, наверное. Ну, да, конечно. Да, і к дорогам перейшли. Ну, возможно ли бы было 5, 7, 10 лет назад говорить о том, чтобы мы вот так сидели и обсуждали момент? Я бы скажу, 2 года назад невозможно было. И 2 года назад. Возможно ли было, чтобы заму начальника УВД, начальнику УВД могли позвонить на мобильный телефон, он поднял трубку, выслушал и какие-то меры принимал? Наверное, нет. Поэтому что-то меняется, действительно, я надеюсь, в лучшую сторону. Ну, с тех пор, только как, вместе. С тех пор, как защищали здание Дима администрации от бандеровцев, действительно кое-что изменилось. Вам видны эти изменения. Раньше нас нардепами не пускали. Я хочу сказать вот что. Говорили о влиянии общественников, да, о влиянии общественников на дальнейшее решение. Вот Матвеевский лес яркий тому подтверждение, и Игорь тут выдвигает концепцию, которая тоже наверняка не лишена основания относительно того, что, возможно, все вот эти вот действия в Херсоне были согласованы. Ну вот действия в Новом Буге совсем уж никак не были согласованы с властью, это я могу 100% сказать. А потом еще один маленький сюжетик о том, как, какие действия в Первомайске уж точно ни с кем не были согласованы, они тоже касаются дорог. Давайте два сюжета посмотрим через маленькую перебивку и послушаем Эдуарда Петровича. Нам уже надо будет уходить из эфира. Пожалуйста. На сьогоднішній день є случаї, які погибають люди тільки за дороги. Тому це не просто дорога. Ви кажете, що там в Новому Бузі виходять люди на, туди перекривати дорогу. Звісно, будуть виходити. І будуть виходити, і вийдуть, і перекриють. І хай там ми сама хужа область на Україні. Тому що таких доріг
як в Ніколаївській області, насмішки. Немає нігде. Ну, всі їздять, доїжджаємо до Дніпропетровської області, як вроді би обрізало. Доїжджаємо до Кіровоградської області, як вроді би обрізало. Да интересно, новая технология, наверное. Пиздец. В дождь асфальт ложить. Дождь, я не виноват, что привези, дождь пошел. Ну как, это погоду ж надо смотреть, наверное. Погоду ты смотрел? Да, смотрел. Вот дождь я сам, не передал. Я сам, вот моя работа зависит от погоды, я сам не выехал работать. Кстати. Я тоже не выехал, дождь не был. Привезли, дождь пошел. Ну так как это? Наверное, ж надо прекращать эту работу. Ну это уже прекращай. Видишь, я сюда не ложу, туда ложу. Эдуард Петрович, вот пока шли эти два коротких сюжета, ну, по Первомайску вот в дождь асфальт укладывался, ну, просто очень такая комичная, по сути, трагикомичная ситуация, да, ну, и Валерий Капралов думает, в общем-то, ему это, наверное, гораздо грустнее, чем смешно. Но вот ситуация в Новом Буге. Я уже неоднократно слышал, что там явно тоже инспирированная ситуация. И я понимаю, что наверняка есть кто-то заинтересованный в том, чтобы ее раскачивать. Однако, ну, люди бы не вышли, если бы у них все было в порядке, да, с дорогами. И после этого я знаю, что на следующей неделе мы будем снимать совет развития, где, как мне сказали, просто вот будем транслировать в прямом эфире, где речь будет идти непосредственно о дорогах. Это уже пример того, что общественные действия вызвали реакцию власти. Ну, я бы хотел сказать, что не только эти общественные действия вызвали реакцию власти, потому что проблема с дорогой – это реально очень острая проблема с трассой Н-11. И это не проблема только Баштанского, Набузского, Казанковского района. И это не только проблема главы облгосадминистрации или его первого зама. Это проблема всего общества. И проблема в том, что начиная от того, что последние 20 лет не вкладывалось в развитие дорог, в их эксплуатационное содержание, проблема в том, что не хватало вечно бюджета, проблема в том, что не проводились ремонты. Я просто хочу сказать, вот на сегодня эта дорога, за которую мы говорим, Н-11, это относится, в общем-то, ко всем дорогам просто нашей области, ну и не только нашей области, но Н-11, она сегодня, наверное, в самом худшем состоянии. Это дороги, в общем-то, государственные, да, они относятся к Укравтодору, финансируются за государственный бюджет. На сегодня, к сожалению, или, ну, так построено наше бюджетное взаимоотношение, что глава облгосадминистрации не распоряжается бюджетными средствами, ими распоряжаются центральные органы власти. Есть механизмы сегодня воздействия области и главы облгосадминистрации на центральные органы исполнительной власти. Но поверьте, все эти механизмы сегодня реализуются. На сегодня, смотрите, вот стала проблема о том, что или как резонанс, что было перекрытие дороги в Новом Буге. Весной эта дорога была тоже в плачевном состоянии, но она была в намного лучшем состоянии, чем сейчас. Или сейчас она в намного худшем состоянии. Вот мне кажется, что нет. Здесь есть... А? Ее там просто нет, совершенно правильно. Из 139 километров по Николаевской области, от трассы Николаев-Днепропетровск через Кривой Рог по Николаевской области, тут 139, 36 километров полностью потеряли несущую способность. Вот... На сегодня, вот за лето, ее не стало еще больше. У меня как бы навязывается вопрос. Вот, весной, летом никто не перекрывал дороги, когда было интенсивное движение автомобильного транспорта. Никто грузового транспорта. Ну, я имею в виду те общественники или те люди-активисты, которые сегодня в Новом Буге там перекрывают дорогу. В Новом Буге они перекрывают. Прошли металлисты все, проехали все зерновики, убили окончательно эту дорогу, выходили, ведь были попытки тех служб, которые должны этим заниматься, выставить весовые комплексы. Под давлением этих активистов общественности, там было и противовес в виде дорожного контроля тех людей, которые ездят на легковых автомобилях, которым не нравятся эти разбитые дороги. Но все-таки, видя неравенство сил и не желая идти на конфронтацию с народом, который кем-то подогревался, не были выставлены эти весовые. Это еще усугубило ситуацию с дорогами. Вот этот господин, у нас в области, в облгосадминистрации,
окремым дорученням главы создана специальная комиссия именно конкретно по этой дороге. Туда вошли, в том числе вот и Петр, мы буквально в понедельник, да, были на этом заседании, активисты, и в том числе главы трех райгосадминистраций, районы которых расположены по движению этой дороги или по территории которых проходит эта дорога, а также депутаты местные и активисты, там, бизнесмены и так далее. Так вот, когда мы рассматривали эту, ну, проблематику, что сейчас сделать, мы там сейчас никого не ищем виноватого, да, а хотим, ну, каким образом, ну, хотя бы восстановить проезжаемость, то даже будучи на том заседании, вот активисты с Новобузского района, они говорят, мы не дадим, мы, ну, на наше предложение, давайте сейчас сделаем проезжаемость и будем ограничивать, потому что это и государственная политика, в том, чтобы и внесены изменения в правила дорожного движения по ограничению 40 тонн, да, на местных дорогах 26 тонн общего веса транспортного средства. И они категорически говорят, ну, наверное, что их кто-то подогревает, если они сегодня выступают как частники, они не имеют грузового транспорта, но они категорически говорят, мы ни в коем случае выступаем категорически против установки любых весов, весового контроля. То есть мне кажется, что тут немножечко есть и политика, и неискренность в этих делах. Что касается конкретно самого ремонта, да, люди, конечно же, взволнованы, это действительно проблема. На сегодня речь идет о том, что до наступления неблагоприятных, а сегодня дождь идет, и так неблагоприятные погодные условия, обеспечить хотя бы проезжаемость безопасную, чтобы можно было войти в зиму. То есть, естественно, для того, чтобы сделать эту дорогу, там, ну, миллиард, наверное, она, может, там, 800 миллионов, да, но сегодня ресурса нету. Сегодня служба автомобильных дорог, на балансе которой находится это, вот сегодня начальник службы автодорог находится в Киеве. Ну, возможно, уже едет обратно. Держаешь, минута остается. Да, и сегодня задача стоит, чтобы из оборотных средств, те, которые есть сегодня в службе автодорог, средства, материалы, взятые у подрядчика, завезены сейчас в Новый Буг, развернуты там производство, стянуты все силы. И задача стоит в минимальные сжатые сроки до наступления холодов при благоприятных условиях обеспечить участками, обеспечить проезжаемость и безопасную проезжаемость по дороге, чтобы народ мог ездить. Параллельно с этим ведется сейчас активная, очень сильная, ну, направленная работа со стороны руководства облгосадминистрации по выделению денег на следующий год, чтобы сделать капитально эту дорогу. Спасибо большое. Ирина Тангарова еще ни слова не имела. Ирина, буквально полминуты, пожалуйста, потому что реально мы сейчас выпадаем уже из эфира. Наша пожалуйста. Наша инициатива «Матвеевский лес», как я поняла, самый длинный путь выбрала к справедливости и какому-то, какой-то гармонии в нашем городе. Тем не менее, от власти мы не можем дождаться того, что мы хотели бы. У них нет уголовных, административных мер воздействия. Тем не менее, люди все равно объединяйтесь. По крайней мере, можно выбрать локальную задачу и с ней справиться небольшим коллективом. Если нас будет много, то и власть будет знать, какие законы просить, какие меры воздействия просить от Верховного Совета для того, чтобы здесь можно было справиться. Дякую, пані Ірино. На жаль, вичерпано сьогоднішній час. Я, Максим Красюк, сьогодні весь час нашої програми намагається щось сказати. Проте, панове, ну бачите, багато усіх, і кожен каже щось дуже важливе. А на жаль, час у нас не гумовий. І це просто зайва нагода сказати, що це не останній раз, коли ми тут зустрічаємось. Я сподіваюся, що ми будемо бачити вас регулярно в ефірі, як вас, панове експерти, так і вас, шановні гості. І підсумовуючи вже програму, я просто хочу сказати про те, що зрештою казала Ірина. Перш за все, не треба чекати, поки щось стане добре десь там. Це від нас залежить. З іншого боку, давайте все ж таки не будемо шукати простих рішень там, де вони нам здаються дуже впливовими, ефективними, як ми бачили на початку програми. Давайте все ж таки не перетворювати закон на Махновщину. І давайте робити так, щоб, це вже моє звернення до влади, давайте робити так, щоб справді хуліганські вчинки, дуже, ну, просто мерзенні вчинки, які ми бачили ось нещодавно, отримали таку громадську підтримку тільки тому, що було принижено нібито представника влади. Панове, задумайтесь, з цього тільки починається, потім може бути набагато гірше. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. До побачення.